Не, на первом месте это религия. После спорта. Учеба? Да. Вы спросили меня, что бы я поменял. Один из того, из вещей, чего бы я поменял, это более серьезно относился бы к учебе, к языкам иностранным. То есть, когда изучает человек разные языки, больше багажа в голове, больше слов. Какими-то владеешь? Балкарский, русский.